Вы решили приобрести сумку, новую сумку для вашей старой тележки. И не знаете, подойдет ли она по параметрам для того, чтобы четко села на вашу раму. Я вам детально расскажу и покажу параметры этой сумки для того, чтобы эта сумка села вам на раму четко. Во-первых, посмотрите внимательно и обратите внимание, у вас с пластмассовой рукояткой, либо с поролоновой рукояткой, потому что немножечко разные рамы по габаритам. Сейчас мы рассмотрим вариант именно рамы, которая с пластмассовой рукояткой. Высота этой телеги составляет 92 сантиметра от нижней части до верхней части. Сумка сама по себе имеет три крепления. Первое крепление сбоку, раз, два, это чтобы она не елозила туда-сюда. Верхнее крепление, хряк, которое крепится за рукоятку, составляет длиною 30 сантиметров. Два. Вот. И вот этот вот карман, который одевается на всю саму тележку, его параметры, сейчас мы детально с вами замерим конкретней. Это ширина его составляет 27 сантиметров, высота составляет 24,5 сантиметра. Если у вас именно вот такой вот каркас от старой тележки и была вот такая вот по параметрам сумочка, неважно какого она цвета и что на ней нарисовано, если вы видите в этой карточке, то это именно для вас сумка. Так, одеваем, закрепляем, липучки фиксируем, раз, два, и все, супер. Имейте в виду, если вы смотрите это видео, по параметрам вашей тележки, это сумка для тележки именно ваша.